В этом году фирма «Меркурий-3» отмечает свой 20-летний юбилей. Созданное в 2001 году предприятие начинало с выпуска 12 наименований колбасных изделий. Сейчас же в линейке продукции их уже более 50, включая сосиски, сардельки, колбасы, копченые и полукопченые деликатесы. Менялся ассортимент и позиции, но во главе угла здесь всегда ставили качество, даже порой в ущерб собственной выгоде. В частности, вся продукция «Меркурия» не рассчитана на долгое хранение. Срок годности у нас максимально 30 суток. Куриное – это в основном только мясных продуктов. А куриных продуктов – от 7 до 15 суток. Полукопченых – до 20. Это все из-за того, что мы не используем консерванты. Мы с 2003 года не используем сою, не используем геномодифицированные продукты, пищевые добавки. Вот. Поэтому срок годности у нас такой небольшой. Отдельное внимание к качеству поставляемого на завод сырья. Оно исключительно натуральное, включая приправы и специи. Мясо закупают в Адыгее, курицу в Кабардино-Балкарии. Сейчас на современном немецком оборудовании «Меркурий» выпускает порядка 5-6 тонн готовой продукции ежедневно, которые сразу же доставляют в торговые точки 9 регионов Северного Кавказа. На складе готовой продукции не больше суток-двух задерживается, потому что у нас и спрос такой, что не успеваем иногда даже выполнять заказы. Поэтому здесь идет все сразу чередом на упаковку и развесочная, и по машинам уже по заявкам разводится до потребителя. Но прежде чем попасть к потребителю, продукция проходит серьезный контроль качества в собственной лаборатории. Кроме этого, товар проверяют Росстандарт и Роспотребнадзор, плюс еще одна независимая лаборатория в Ставрополе. С этого года завод изменил цикл производства и полностью перешел на выпуск продукции категории «Халяль», что подтверждает специальный сертификат, выданный Духовным управлением мусульман Карачаево-Черкесии. Производство нехаляльной продукции было прекращено более месяца назад. Проведена очень большая работа с нашими поставщиками в связи с этим, для того, чтобы входящее сырье тоже отвечало признакам халяльности. Фирма «Меркурий» – это бесспорный лидер на рынке нашей республики Карачаево-Черкесиево. «Меркурий» может порадовать и всегда мог этим гордиться. Это высоким качеством продукта, производимого в любой сфере. Сейчас на предприятии работают порядка 130 человек. В планах – дальнейшая модернизация производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Эрнест Чуков, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24.